Принять участие во флешмобе и помочь тяжелобольным детям. С 22 мая по 1 июня в Екатеринбурге пройдет спортивная благотворительная акция. Организаторы – фонд «Дети России» и движение «Legal Run». Уже 3 года в столице Урала проходят благотворительные забеги. Все собранные средства со взносов участников перечисляют на помощь нуждающимся детям. В этом году акция пройдет в формате флешмоба. Место, время и даже дистанцию забега каждый выбирает самостоятельно. Подробности на сайте благотворительного фонда «Дети России».